Я бы хотел сделать небольшой репортаж и высказать респект в сторону нашей благодетельницы, нашего финансового, так сказать, руководителя, так сказать, финансового гения, но не буду говорить. И я к чему это все рассказываю? К тому, что пришло время, когда мы за полдня, вчера только был дождь, Валя сказала, что подтекает вода, вчера Иван Егорович не мог поехать, лестницы у нас нет, не было. Я вот стою на лестнице, Федя, это Вика, ноги Вики. И сегодня Лена Николаевна дала добро нам, мы купим тоже лестницу, чтобы у нас была своя. Вот, и видите, и уже все, вот силикон, все, работа есть, вот. Иван Егорович, наш замдиректора, все здесь. Вот это очень отрадно. И цель моего репортажа вам, дорогие мои, доложить о том, что приходит время и все сбывается. Либо люди разоряются, либо они выживают. Вот, слава богу, у нас... А вон и дырка, Вань. Плохо уходит. Да, вот из-за этого, видишь, вон. Да. О, смотри, сколько. Да, я вижу. Люди нехорошие, вон семечки грызут и бросают сюда. Так что вот об этом речь, что очень хорошо, когда есть разноплановые, не только высококлассные специалисты в области стоматологии, но и люди, которые могут подняться на крышу, засиликонить. Есть инструмент, есть необходимое оборудование для этого. Это очень здорово. Это очень отрадно. Сейчас переверну камеру. Сниму себя. Потому что я тоже отношусь к обслуживающему персоналу. К человеку, который делает все для того, чтобы наше детище жило, процветало и было успешным. Помогай Господь, дорогие мои. Ваш Евгений Лопатин и сеть клиник Никодент. А я сейчас переверну под вывеску-то. Смотри, сколько. Да я вижу, да. Никодент возле парка. Вот парк.